Минутка из моей жизни очередная. У меня есть два моих ребенка еще больших. Таких вот это Сережа. Сереж, можешь уже помахать. Его сестра Верочка. Вот, это мои дети. Сережа раньше у меня появился в 90-е годы. А, правда, тогда мне было, по-моему, 20, а ему 18. Ну ничего, Сережа жил в интернате. И Верочка тоже у него жила в интернате. Сережа ее недавно только нашел. Но это мои дети, мои самые лучшие помощники. Они всегда приходят в выходные мне помогать, а еще не помогают нашему папе делать ремонт. Верочка очень-очень большая трудяга. Я очень рада, что она к нам приехала. Мы ее очень любим и будем всегда рядом, да? Да. Передайте всем привет, скажите привет, всем привет. Вот, так что вот такие у нас ребятки, помогайте нам. Вот они оба инвалиды, кстати, хотя они совершенно нормальные люди, умнее многих из нас. Правда? Само собой. Да.